горя было много, и страшно было, и стыдно было. Но я никогда не жалела и никогда никому не завидовала. Просто такая судьба, такая жизнь, такие мы. Да,
самим горит от зла. Нет ничего дурного в том, чтобы хотеть тепла. Thank you.
Добрый вечер, дорогие соотечественники. По всей России горят огнями новогодние елки. Приближается новогодняя полночь. Через несколько минут мы пересечем невидимую грань и окажемся в новом 1996 году. Между Россией и Грузией, успех тату на Западе, перепись населения, заложники Норд-Тоста, Кубок Дэвиса приехал в Россию. Я выпиваю водяры литр пельменей.
тащиться шприцами. Хочется тише молчать. При зачатии тебя наебали. При зачатии тебя наебали. При себе у мужчины был лишь пакет с чистыми вещами и записка с текстом «Виталий, 47 лет».
просил их рождаться ростками. Все будет гладко, растает снег, найдется закон.